Во! А вот там вот. Уй, какой камушек! Стоит. Стоит в море. Там их два. Ой. Как два? Вот так. Давай, я не вижу. Так, ну-ка пойдем, болтаем здесь. И вот по такой лестнице мы спускаемся. Идем куда? Света, куда Гурзуф, ты меня? В Гурзуф. В Гурзуф она меня завела. Это Нина машет. Так. Идем на пляж и в домик Чехова. Игорь спускается. Да, Игоречек. Вот такие картины. Просто наслаждение. Это я с утра собиралась поехать в парк Айвазовского. Совершенно случайно попала в Гурзуф, потому что встретила по дороге свою знакомую, тоже из Москвы, которая по социальной путевке сюда приехала. В другой санаторий, она находится в санатории Славутич, кое-что мне о нем рассказала, потом вам расскажу тоже. Ой, смотрите, ну конечно, коты местные нас встречают тут. Черный с белым котик. Так. Красота. Доехали мы сюда на маршрутке. И вот спускаемся вниз к морю. Я никогда не была тут. В общем, это видео будет на тему, чем заняться зимой в Крыму. Когда дождик прошел. Ну, дождь, да, пережили 2 недели. Чего? Я и под дождем ходила, путешествовала. А вот это еврогаражи, я так понимаю. Да, это как которые они сдают. Да. Да. Так. Ананас. А ананас-то откуда? Откуда уже? Тоже крымский. Из дерева. Вот. Ну, самое полезное это вот это у меня 200. Прямо сейчас пойдешь на обратном дороге? Я даже его вижу, он в ящике лежал, его руками никто не цапал, я его так съем. А это местный? Да. И вы ждите лестницу. Автобус из Ялты, который в Протонет напрямую идет, мимо Артека. Ну-ка, помурлычек. Мурня! Гид наш, гурзуфский гид. Посмотри сюда-то. А интересно, чтобы приехали. Это вот что, это барабулька у вас? Без вас, если вы не хотите. Просто вот это стоимость. Ставритка. А, это ставритка маленькая? И сколько стоит? 100 рублей. А можно вот ее посмотреть? 100 рублей, в смысле, килограмм. Ой, какая ставридочка. Девочка такая. Это вы так ловите. Здорово. Вот, пожалуйста. Во. Живая рыба. Стык, толстолоб, амур, карась, карп. Пошел, наверное, снимаю. Что там, банкомат, что ли, непонятно? Да нет, это просто я тупой. Вот, смотрите, елочки продают. Настоящие, на подставочках. И с пряниками. А вот это вот что за труба такая? Заворачивать елки. Елки? Да, и так вот они выходят. Ой, о! Супер. А сколько вообще стоит вот елочка? Сосна 1200, бель 1400. Понятно. Нет. Но это как бы вот официально все, ну, или конечно. Нет? А? С пензой елки. С пензой? Елки. Вот елки-палки-то. Чего? Как интересно. Точно? Да. Где? На море остановка? Да, рядом, рядом. Вот надо было вот как раз то, что от Ялты. А то все местные над нами смеются. Как будете подниматься, как будете подниматься. Спуститься-то, может, вы спуститесь. Как вы будете подниматься?
машина. До круга дошли. О, уже красиво. Вот где мопед стоит, с правой стороны ступенечки, по ним спускаетесь и спускаетесь по дорожке до конца. А этот дом Чехова? А? Да. А дом Чехова где? Можно сюда спуститься. Нижняя улица Чехова, улица Чехова. И пускайте сюда, вот и сразу налево. Да? Это правильно. Пойдем. Пошли вот здесь. Вот здесь. Пойдем сюда. Ну иди. Ой, блин. Это очень круто, да? Ноги не болят, да? Да? И ноги не болят, наверное. Художественный все равно. Переулок Ленинградский. И будем бегом. И вверх и вниз, да? Охота будет. Ага. Да, это не Алушта, где я живу, во всяком случае, в санаторий у нас вышел, и вот тебе нет, море. Нет, смотри, вон даже Чехова, как туда попасть? Вот здесь закрыто прокат скутеров. Может, с моря, с пляжа? Ну, кто там с пляжа ходит? Ну, красивые же какие картинки. А? Даже взгляд радует. Короче, нам надо попасть вон там, эта дача находится. Вот здесь дорога. Спасибо. Тут вот все закрыто. Пойти в обход нам надо. Нифига себе. Вот это да. То есть Чехов это что-то недостижимое, да, Игорь? Нет. А? Нет. Где? Сказали, это да, дача коровья, да? Вон там тоже. А почему тут написано? Игорь, ты Чехова будешь долго помнить. Да. Антошка, Антошка, к тебе пришел картошка. Ой. Ой. Путин, ни хера ты взял? Ой, идем дальше. Вот это точно. Старый Гурзуф. Ну как? Улица Чехова. Поеду до койки. Я с вами скажу французский, поеду. Французский я точно знаю, как ехать, понимаешь? Сразу. Ну, по таким улочкам походить интересно. Ну, да. Приятно. Когда это мы еще походим? Да. По таким улочкам. Да уж. Там картина, конечно. Ну, сегодня хорошо, хоть и солнца нет, да. Но и не холодно, ветра нет. Так вот и поэтому снимать нет. Хорошо, что этого солнца нет. А, да, съемка идет хорошо. Тут просто на каждом метре котики. А вот мы были 5 лет назад на этом пляже, все пляжи были закрыты. Каждый пляж относится к какому-то пансионату. Коты. А, нет, не коты. Очистились эти такие, какие кажется, да? Да. Чехов. Как он тут-то бродил, вот мне интересно, Чехов-то этот. С собой воду. То есть да. Воду с собой, туалет вообще нет в музее? Нету. Нету. Одеваем памперсы. Тут не предусмотрено. Вот как, все маленькое. Это... Во всех общепитах. Туалеты во всех общепитах. Ага. Так, тогда это я в общепит. Вот это вот далеко тоже туда подниматься. Ну это не туда. Да. Ну что? Пришли, а внутрь уже не попали. Теперь повторите. Спасибо. Хватит. Это как? Вот так. Нам смешно. Нам смешно. Нам смешно. Пенсионеры на отдыхе. Да.
Пенсионеры по Крыму. Ничего, все живы и здоровы. Надеюсь, мы еще до конца-то не добрались. Что будет в конце? Вот такой гурзуф. Нам Волушту надо попасть. Куда пришли? А Лушта говорит там. Но она еще и там. Нет, вы поднимитесь. Царство аромат. Маш, отсюда девушка вам заказывала? Девушка заказала, да? О, такой сервис. Так, я это заложила. Не, нам посчитали 560, в общем, 500 с копейками. У нас же четверо. 550 рублей. Мы считаем, 100 рублей только на маршрутку заплатим. Ну ладно, хватит. Вот, поэтому, если это сплачено, то, в принципе, хорошо. А где он стоит? Как настоящий мужчина, Игорь взял все расходы на себя. И поехали мы в Волошту на машине. Весело было с нами. До новых встреч на моем канале.